Привет всем, с вами ночная пума. Сегодня я буду собирать стаю Карна и вообще играть за Карна. Так, мы сейчас идем на пляж, потому что там наш друг 1007. Вот это тут еще маленький карнотавреночек ко мне пригнездился. У меня тут. По сути, должен быть там наш друг. Ну, его тут нет. А, есть кто-то. Ну, да. А мелкий куда-то смылся. А вот мелкий прибежал откуда-то.
снежочек пошел. Классно. Кстати, ребят, думал к Новому году заснять какую-нибудь игру со снегом. Найду какие-нибудь новогодние игры про динозавров или про что-нибудь. И буду заснимать на Новый год. Прям 12 часов буду заснимать. Поэтому, кто хочет увидеть, то в 12 часов я выпущу видео. Какое-нибудь. Очень, кстати, красиво. Прям как у нас... Вообще, когда у нас в городе снег выпадает, очень похож этот снег на наш. Прям вообще очень сильно похож. Так люблю зиму, особенно когда снег. Классно. Сейчас иду искать покушать. Теперь я готова отделиться от своей стаи и самой пойти куда-нибудь. Вот так. Ну что ж, ребят, давайте погнали. Пойдем, поищем что-нибудь. Снег прям, когда он летит прям на экран, прям вблизи экрана, это так прикольно. Реально, очень классно. Классно. Кстати, послушайте звук. Звук как у травки, конечно, но все-таки, когда немножко фантазия разыграется, то можно услышать, как будто бы снег чавкает вот так. Где-то Цера или Карн рядышком я слышала. Кстати, Карн очень быстро растет, поэтому я сегодня выбрала за него поиграть, так как он быстро растет и сильный, и быстрый. В общем, очень классно. Классный динозавр, с которым можно повыживать вот так нормально. Thank you.
Мы реально хотели кушать. Я сейчас просто вот так вот скажу, ну, типа, чтобы неповадно было. Очень часто снег идет. Да. Так, сейчас посмотрим, кто там у нас будет, кто нет. Так, Лукас у нас есть. Что там пишут? Так, давайте идем.
Там непонятное, ладно. Так, ребята, давайте так, если вы поставите под этим роликом 11 лайков, то я выпущу продолжение. Поэтому все, давайте, ребяточки, пока, всем пока, всем удачи, будет битва с Аликами, кто победит в следующей части, если наберем 11 лайков. Ну все, с вами была Ночная Пума, это было Выживание за Карнотавра, первая часть.